снова Фархад, и я сегодня хочу вам оставить отзыв о книге, которую я прочитал. Название этой книги называется «Пеппи Длинный Чулок. Поселяется в вилле курица». Автор этой книги Астрид Лингрен. В этой книге 126 страниц. Я прочел ее за 12 дней. В этой книге мне понравилась глава. Это глава «Как Пеппи празднует свой день рождения». И в этой главе мне понравилось, как Пеппи смешно написал письмо для Томми и Анники, чтобы они узнали, что скоро у нее день рождения. И понравилось, как Пеппи ущипнула себя за нос, потому что она сказала, что привидение существует. И сказала, чтобы Томми и Аника пошли на чертак, на ее чертак, чтобы они посмотрели на привидение. А на самом деле их не существует. Мне очень понравилась эта книга, и я советую вам, чтобы вы тоже ее прочитали. Ставьте лайк, если вам это видео понравилось. И еще не забудьте подписаться на мой канал. До встречи!